Коллеги, всем добрый вечер. Меня зовут Виктория Виноградова, я основатель проекта Leads AI. Наша команда создала виртуального помощника для маркетолога, который позволяет ему управлять рекламой в социальной сети Facebook. Сейчас там 5 миллионов рекламодателей, которые тратят по 10 часов в неделю на оптимизацию рекламы. Они могут это делать либо сами, либо чаще всего они используют какой-то интерфейс настройки правил. Он выглядит так, он сложный, неудобный, и в нем маркетолог может провозиться 2 часа и не получить желаемый результат. На самом деле правило — это устаревший подход к оптимизации рекламы. Вот представьте, вы настроили правило, которое говорит, что нужно отключить все рекламные объявления, где цена ниже $2. Такое правило позволяет вам учесть цену, но оно не позволяет вам учесть другие важные факторы рекламной кампании, которые влияют на результат. В итоге вам приходится перенастраивать эти правила, и вы недополучаете результат, не можете увеличить эффективность своей рекламной кампании, потому что правило — это устаревший и неудобный подход к оптимизации рекламы. Мы же предлагаем полностью поменять процесс оптимизации рекламы и заменяем правила виртуальным AI-помощником со встроенной технологией машинного обучения. Такой помощник автоматически анализирует вашу рекламу и присылает маркетологу советы, как ее оптимизировать. В отличие от правил, он может учесть все важные факторы, которые влияют на результат. И как итог, внедряя эти рекомендации, вы уверены в том, что вы максимально хорошо и эффективно оптимизируете вашу рекламу. Маркетолог может отдать такому ассистенту все рутинные операции, не заниматься больше анализом отчетов, не настраивать правила, экономить до 10 часов в неделю и пойти заниматься стратегией, креативами, работой со своей целевой аудиторией. Этого помощника мы сделали в чате в Facebook Messenger. После того, как вы авторизуетесь в ассистенте, он присылает вам вот такой набор рекомендаций. Вы можете выбрать самую эффективную. Здесь написано, что сделать, почему нужно это сделать, как изменится результат. Достаточно нажать на одну кнопку «Внедрить», и ассистент внедрит эту рекомендацию. Все это занимает 5 минут, и как результат ваша эффективность рекламной кампании увеличивается, а время вы потратили на то, чтобы нажать всего 3 кнопки в продукте. Сейчас мы берем от 30 до $60 в месяц за подписку. Планируем привязать подписку к количеству рекламных аккаунтов и увеличить чек до $300 в месяц. Мы этот проект стартовали КСДФ в мае этого года. Продукту всего 4 месяца. Вот за 4 месяца им стало пользоваться 1000 маркетологов, 30 из которых сейчас платят за подписку. Основная аудитория — это американцы, и продуктом уже пользуются такие компании, как eBay, Банк, US Bank и другие. Наш основной рынок американский, потому что это половина рекламной выручки Facebook, и на самом деле там порядка 3 миллионов рекламодателей из тех 5, о которых я рассказывала на первом слайде. До августа этого года практически вся наша выручка она генерировалась в России. Сейчас у нас план — это продажа SaaS-продукта полностью за рубежом, и в конце 2018 года мы хотим выйти на 600 платящих клиентов за подписку на сервис. В нашей команде сейчас 6 человек в российской, в костяке. Как сказал Артем, я 3 месяца прожила в Америке и наняла там сейчас англоязычную удаленную команду, которая помогает нам делать маркетинг и продолжать исследовать этот рынок. Мы закрываем раунд в феврале этого года на $500 000. Я готова рассмотреть предложение по инвестициям. У нас уже есть несколько офферов от инвесторов. Меня зовут Виктория Виноградова. Буду рада пообщаться с вами здесь после конца мероприятия.